Так, два сердца. Статы вполне адекватные. Муха толстая. И пробельчик. А скорости мало. Ладно, пошли. Иди сюда. Сюда иди. Сюда иди. Неважно. Кто-то подписался. Бобр 1811. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Бирд 2-1-1. Спасибо за фоллоу. Че, рука сфокусировала вебку? Удачи, Павер. Так, давайте сначала в золотую. А уже потом к боссу. Это орбиталки. Правда, они будут очень медленно крутиться. Но я просто не буду дамажить орбиталками. Потому что эта муха делает из них очень неудобную вещь. Она плохая. Она хорошая для защиты, но плохая для атаки. Да и дамажит она хреново. И хитбокс у нее, кстати, как у мидбоя. А это только кажется, что она толстая. В ее полноте только минус. Финишка. Твой веб поатаковал 1000 шакалов. Ну, я понял. Фокус сбросился. Рейнджап. Не буду пользоваться мухой как нанесение урона, сказал я. Но привычки не обманешь. Так, это пулсап. Это спидап. И это камушек. А здесь, возможно, мне дадут бошку. А так как мне сейчас нужна всего лишь одна бомбочка для мечного камня, мне бошка не выпадет. Правильно?
О, кстати, взорви вот эту дверь. Вот сюда. Сюда! Ближе. Давай. Молодец. Я знал, что здесь секретка. Теперь мне надо больше, чем одну бомбу. Одну для мечного камня, другая для комнаты. Снизу. Разумеется, с него башка не выпадет. Так, это уменьшит мою скорость, но повысит дамагу. Ладно, я согласен. Так, что-то у меня комп немножко... Немножко. Окей. Еще одна бомбочка нужна. Привет, Астер. Это уже третий меченый камень. Третий меченый камень за этаж. Где мне столько бомб-то взять? Игра. Ты беспощадна. Вот эти бомбы. Эти пчелы не умирают. Они не мухи на самом деле. Они от скатоля не превращаются в обычных мух, нейтральных. И вот этими орбитальными мухами не уничтожаются. Позже возьму. Эх, нету бомб. Возможно, будет одна вот здесь. Будет. Давай сейчас сундук с четырьмя бомбами. Давай. Ну, окей. 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 Привет, мохнатый. Вот как-то не падает ничего от него. Годен, у тебя немножко другое
немножко другая позиция. Наркоманы от слова наркотики, а наркоманы от слова упарываться. Понимаешь разницу? Это разные слова. Ну и да. Не надо путать мудаков с другими классами. Те, кто познали путь наркомании, очень легко могут поддаться соблазну и стать долбоящерами. К сожалению, половина из них такими и стала. Взять того же Хэлла. Ну, хотя нет, у него хотя бы мозги есть. Но в большинстве случаев они просто не понимают. Разницу между даунизмом и наркоманией. Наркомания сама по себе добрая. Просто приколы. Шутки на грани абсурда и так далее. Но когда человек уже долбоёб, то это уже неисправимо. Это уже по-другому называется. Так что давайте называть вещи своими именами. Очки. И здесь у нас повязка Лазаруса. Я не буду ее сейчас использовать, нет смысла. Пошли дальше. Эта повязка дает дополнительную жизнь. Можно стать Лазарусом, если я умру. У Лазаруса будет дополнительный предмет анемия, и у него все статы повышены на 20%. Но у меня не будет хп. Пусто. Они так хорошо на шипах ползают в этой комнате. Прелестно. Ау. Хватит, пожалуйста. Не надо так делать.
Хватит да получать урон на пустом месте. Да уж, это странно. Очень странно. У тебя могут быть друзья полными даунами, или там, я не знаю, ущербными кретинами, или еще как ты хочешь. Но знаешь, твои друзья это те, которых ты выбрал. Если ты думаешь, что это те, кто просто привязались, то это ты бесхребетный. А если твои друзья такие, на которых ты жалуешься, то знаешь... Ты что-то делаешь не так. Ты сам должен друзей выбирать, а не они тебя. Если люди друг другу не подходят, они просто шлют друг друга нахер. А если они этого не делают и терпят это, то это только разрушает человека изнутри. Шлете друзей друг друга нафиг и при этом вам весело, но на самом деле так и должно быть. Но я немножко другое имел в виду. Что ё-моё. Хочешь жаловаться, жалуйся прям ему в лицо. Не знаю, либо ты просто... Даже не знаю, как помягче сказать. Я понимаю, там жаловаться, там, не знаю, про режиссера, который тебе не нравится, или про одноклассника, которого тебя бесит, и с ним ничего не сделаешь, ты с ним будешь учиться. Пока его не переведут или тебя. Но это, как ты утверждаешь, друг твой. Так выскажи ему это все. Или смирись, иначе не друг он тебе, а просто какой-то ушлепок, который привязывается за тобой. Ну или ты за ним привязываешься, может у тебя какие-то мотивы есть. Не дружба это. Херня какая-то. Когда за его спиной ты просто жалуешься на то, какой он плохой, на то, какой он... Как с ним фильмы нельзя смотреть? Что это за бред вообще? Однёрочка. Не, однёрочка мне не нужна совсем.
Это я возьму. Амблин бандл. Так, у меня там в начале сердца остались. Какие-то сериалы. Ну, Игру престолов я смотрел, но последние два сезона или один еще не смотрел. Я сериалы очень редко смотрю. Очень редко, вот прям вообще. С другой стороны, я аниме очень часто смотрю. Ну не так, чтобы совсем очень, но где-нибудь там. 1-2 тайтла в месяц. Где-то так. Блин, что-то я медленным таким стал. Внезапно. Это отстойно. Что-то у меня уже тело ломит, слишком долго сижу. Да уж, недавно марафон был. Тело еще ноет после него. С одной стороны, кажется, о, сидеть весь день не столь, пофиг вообще. Но когда, блин, 20 часов просто не встаешь со стула, черт возьми, это... Это не очень, как оказывается. Привет, Джо. А где там, кстати, те завистчивые засранцы, которые постоянно ноют, что мне хорошие предметы падают? Чё-то я их не вижу сейчас. Странно. Куда они все подевались? Все эти люди, которые думают, что я такой везучий, что мне в каждом забеге падает имба. Пропали. Ничего, сейчас нож выпадет, пробудятся. Я уверен. Маппинг. Стоит ли его взять вообще? Почему бы и не взять? Justice. Пойдет. Заманчивое предложение. Вынужден отказаться. Просто тебе итемы не падают. Видишь, вы как заговорили, да? Как бы я старался, я подыгрывать не умею. Всегда говорю то, что думаю. Скорее минус, чем плюс.
Второй ангел. Ну ладно, давай. Ау. Секундочку. Сейчас найдет что-нибудь подходящее. Я сердце Айзека на прошлом этаже забыл. Блин. Как неловко. Так, кто-то там сказал, что он удивится только из-за того, что на экране будет, на весь экран будут весла, да? Хватит. Думаю, достаточно. Я, конечно, хотел бы звук барабанной дроби, но у меня его нету, к сожалению. Реклама, да вообще. А почему именно весла? Мне интересно. Знаете, весла такая интересная штука. Надо к шкафу их приделать. Шкаф и весла, ран чудесный. Где моя дамага, друг чудесный? Я сам назвал косы веслами. Но там было написано весла, а не косы.
Эваз. Он мне не нужен. Совсем. Конквест. Пони. Дай мою пони. Пони. Вот это круто. Так, куда идти? Туда, наверное. Давайте сначала сюда, а потом уже туда. Может, здесь что-нибудь полезное будет. Ботов в Дискорд прикрутим. А смысл? Не, я уже давно высказал свое мнение насчет этого. Мое дело создать Дискорд и собрать вас там. А чем вы там занимаетесь, мне вообще плевать. Какие у вас там боты и так далее. Это не у меня спрашиваю, я тебе уже право давать модеров. Ой, модеров, ботов. Уже отдал. Так что сам решай. У вас там достаточно людей, чтобы между собой сообщаться. А, мне вообще пофиг. Ау, не успел. Давайте кидать пронт в Дискорд. Мне не надо. Правила нашего чата распространяются и на Дискорд. Так что я бы не хотел там кого-нибудь банить. Ангелусик. Вафлюсик. Хашик отдыхает. Вот заметили, да, у меня забег без дамаги. Ну, дамага чуть-чуть есть, а скорострельности нету. ДПС, вон, без ДПС особо. Я на хаша успел. Магия. Магия. Ладно. Не, ну в принципе ДПС у меня не такой, чтобы совсем низкий. Я бы не сказал, что он низкий, да. Это все благодаря тому, что у меня сушеный. Его мухи делают просто чудеса. Своими бомбами. Пожалуй, я пройду эту комнату. Потому что вон в той комнате может быть что-то полезное. Или нет. Я могу эту комнату пропустить, чтобы потом зарядить пони Кайзику. Как раз хватает. Пони единственное сейчас, что мне поможет в Айзеке. В комнате Айзека. В комнате с Айзеком. Это не его комната, это комната босса.
Сундук не открыт, а ты 4 раза убил мега-сатану? Лол. Можно же через темную комнату. Через комнату жертвоприношений также. Так, ждем вторую фазу, потом пони. Потому что вторая фаза самая подставная. С рандомными лучами, с ангелочками. Она самая противная из всех. Ну, их всего 3, конечно, но... Вторая самая противная. Может сразу к Стэну пойти после этого. Не будем синего убивать. А то это будет так долго, так скучно. Ну давай. Вроде бы что-то получше стало. Ладно. Конюшка. Что этот вообще завис здесь? Гнилой пацан и пони вытащили просто весь забег сейчас. Весь забег вытащили. Рип жадность. Ау. Четко так попал. О, Глатанит, Глатанит, ты просто молодец. Глатанит всегда так вообще, вот прям умница. Самый фаворитный персонаж на битве со Стэном. Yeah.
долгая же битва. Увидимся в аду. Иди. Победа. 101-0. Так, ладно.